Значит, это то, что мы сейчас объявим, относится только к иностранцам, не российским шахматистам. Иностранцы, которые получат призы меньше, чем 500 евро, им будут выданы призы наличными. Эта выдача призов будет осуществляться, начиная с 4 часов, значит, в гардеробе, в коридоре. А те, у кого будут призы больше, чем 500 евро, они должны представить свои банковские реквизиты для перечисления.